Мы рвемся за далекую границу, но многие еще не видели таких достопримечательностей, как Золотое кольцо Подмосковья, горы и замки крепости Армении, озеро Рицу и Новый Афон в Абхазии. Много раз можно побывать в Санкт-Петербурге и каждый раз открывать его для себя по-новому. А Белоруссия тоже уже несколько лет набирает темпы, как в экскурсионном плане, и проявляется интерес также с санаторно-курортным, потому что там очень высокие стандарты лечения, тоже санаторная база постоянно улучшается. Мультитур предлагает более 200 туров. Карта путешествий охватывает все постсоветское пространство. При этом мультитур может организовать поездку как с туристической группой на автобусе, что сегодня является самым экономичным видом путешествия, так и отдельные туры, например, только своей семьей. Туры могут быть как однодневные, так и продолжительностью до 10 дней. А отдых на курортах, таких, например, как Трускавец, Минеральные воды и других, составляет 14 или 21 день по продолжительности путевки. Делаем авиатуры, то есть это пакетные туры, состоящие из авиаперелета, трансфера и проживания. В целом это получается зачастую дешевле, чем если турист будет покупать отдельно авиаперелет и отель, и самостоятельно перебираться на трансфере. В прошлом году с фирмой «Мультитур» по России, Крыму, Белоруссии, Грузии, Прибалтике, Армении, Узбекистану путешествовали более 90 тысяч человек. Компания «Мультитур» работает на российском рынке туристических услуг с 1999 года и входит в тройку лидеров по внутреннему туризму, обладая репутацией надежного партнера. Офисы «Мультитур» есть в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Киеве и Симферополе. Всю необходимую информацию любители путешествий почерпнут на сайте компании «Мультитур» и по телефону 956-61-10.